С креста твоего славословь Господа, отвергая от себя всякий помысл жалобы и ропоты, отвергая его как преступление и богохульство. С креста твоего благодари Господа за бесценный дар, за крест твой, за драгоценную участь, за участь подражать Христу страданиями твоими. С креста богословствуй, потому что крест есть истинное и единственное училище, хранилище и престол истинного богословия. Вне креста нет живого познания Христа.